Чтобы привлечь внимание водителей к проблемам безопасности на дорогах, байкеры и полицейские расклеили специальные баннеры на городских автобусах. Так, инспекторы и мотоциклисты постарались напомнить автолюбителям о необходимости быть взаимовежливыми. Водители и пассажиры двухколесного транспорта более уязвимы на дороге. Автомобилисты в ряде случаев не воспринимают их как полноправных участников дорожного движения. Итог всего этого – ДТП, зачастую с тяжелыми последствиями. Летом в Сочи увеличивается количество транспорта, в том числе и двухколесного. Госавтоинспекторы напоминают, при проезде перекрестков следует быть осторожными, смотреть по сторонам, обращать внимание на знаки и разметку. Также не стоит переоценивать свои возможности и пытаться проскочить перед мотоциклом или на мигающий сигнал светофора. Это 6-я ежегодная акция, проведенная совместно с ГИБДД по городу Сочи по безопасности. На дорогах появилось очень много транспортного средства, как и двухколесного, так и четырехколесного. Хотелось бы попросить уважения, больше внимания, солидарности друг к другу. И не забывайте, что вас ждут дома.